Ребята, всем привет! Сделал я такой дымогенератор для холодного копчения. Сделал его из уличного водонагревателя Титан. Вот здесь была уже готовая топка чугунная. Там есть что-то. Колосники. Емкость для золы. А верхнюю часть я немножко переделал. Сейчас более подробно расскажу и покажу, как я все это делал. Запустил я свой дымогенератор, ребята.
сделал вот такой вот шкаф коптильный. Такой неплохой получился размерами. Ну и тут уже висит рыбка. Не знаю, это мой первый опыт. Если все удачно получится, тогда поделюсь с вами своим рецептом копчения. Все, всем пока, до новых встреч.